начать запись, да? Всем привет. Казахстан, не хочешь? Я бы съездила, кстати, да, но не летала, я бы съездила бы туда, вот, потому что перелет сложным для меня, вот. Так, продолжаем наше прохождение неонвайта по заказу от Николана. Вот, сейчас будем снова вспоминать, как играть. Господи, у меня каждый выпуск, так я вспоминаю, как играть. Что за фигня? We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Что, мне кажется, или громко? Old friends, ex-lovers. Only one of us can stay in heaven, and I've got a score to settle. Она на английском. Не, ну тут субтитры есть русские. Вот. Субтитры русские есть. Так, любовь, все проверили? Чтоб вас записать. Моряка, ты будешь переводить? Конечно, буду. Детички такие бреньк-бреньк. Где? Господи, я же в футболке. Как вы их там замечаете? Так, эпизод 8. Благословление. Угу, поехали. Так. Ага. Ой, не-не-не. У меня, короче, что-то с микрофоном случилось, и я периодически, если в него разговариваю, я сама себя слушаю, и он у меня очень сильно звенит. Это вообще жопа какая-то. Так. О, Call Me Snake, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Хамстер тоже мое почтение, здравствуйте. А, в игре, я думала, мои. Эля, смотришь китайские дорамы или корейские? Идти смотрю. Сейчас смотрю китайские. Вот. Значит, я заметила, в китайских дорамах почему-то очень романтику сложно смотреть. То есть она не романтичная, а какая-то страдальческая. Там у них вечно любовь. Вот. Поэтому я, наверное, больше у Китая люблю исторические и фэнтези. Они, кстати, тоже начали снимать нормальные сериалы, кино, как и в России начали нормально снимать. Вот. Видимо, научились делать это красиво, делать крутые спецэффекты. Вот. Ну, короче, красиво выглядит прям вообще. Годно-годно. А кто сегодня поспал 12 минут, тот молодец. Жесть, ну ты, конечно, даешь. Китайский не норм, корейский огонь. Блин, ну корейский, да. Корейский, вот. Я люблю, наверное, корейскую романтику. Фэнтези я еще не дошла до, ну, у корейцев. А вот у китайцев я люблю исторические и фэнтези. Мне очень нравятся их костюмы, вот, которые вот эти вот исторические все. У них очень красивые декорации. Что еще? И мне нравятся их бои на мечах. У них это как вид искусства какой-то, я не знаю. Так. Центральная небесная канцелярия. Ну-ка. Поговорить с Габи. О, снова ты? Не делай вид, будто рада меня видеть. Итак, посмотрим. Для очередной миссии нужен рейтинг 68. Надо же, вы поглядите. Ваш неоновый рейтинг достаточен для перехода к новому заданию. Вы заработали купон небесных услад. Удивительно. Одну минуту, мне надо заглянуть в рабочее расписание мистера Майки. Присаживайтесь, мистер Майки лег подремать и попросил его не беспокоить. Да неужели, Габи? И вы готовы мириться с тем, что он дрыхнет на работе, пока вы тут трудитесь, не покладая рук? Послушайте, а что, если я его разбужу? Очень ласково. Ласково? Нежно, как младенчика.
Про китайские страдания, это ж завсегда, без стекла никуда, ну да. Майки, я все еще жив! Секунду. Слушаю. Да, здравствуйте, ожидаю вас. Хорошо, спасибо. Блин, жалко, он не успел до стрима. Там футболки классные должны прийти. А китайские, на самом-то деле, по поводу стекла и страданий, они что-то переусердствуют, если честно, даже больше, чем в латиноамериканских сериалах. Просто это там, знаете, типа «я тебя люблю, и я тебя люблю, но мы не можем быть вместе», там типа «наши семьи против, но мы будем скрываться, меня выдают замуж, о нет, мы сбежим, потом, пока мы будем сбегать, мы попадем в аварию, я потеряю память, и ты будешь снова меня в себя влюблять, о боги», и в конце мы, типа, мы все умрем. Значит, из этой серии, да, это латиноамериканский. А в китайском там, типа, такой, да, нет, мы вместе, нет, ты меня бесишь. Там, типа, мы вместе, там, я о тебе забочусь, но я, типа, этого не покажу. Ну, короче, блин, они меня бесят вот этой всей херней. Но я все равно смотрю, да. Мне понравилось, что партия у них начала переосмысливать прошлое и перестала выставлять... Кого? Я даже не знаю, кто это. Только моряк вселяет в меня оптимизм. Покушать приехала? Не-не-не, это я, это меня со стрима ребята одевали. И я себе там заказала всякие одежды, там две футболки для стрима, хотя у меня уже этих футболок жопой жую, если честно. Но у меня какая-то особая любовь к оверсайз-футболкам на стрим, я не знаю. Я знаю, что меня чат любит, когда я с декольте стримлю, вот, но мне нравятся удобные здоровенные футболки. Это просто культурное у них в новеллах также, но представь, ты будто нажрался стеклища, а потом в конце так хорошо концовка заходит без стекла. Ну, наверное, да. Ах, черти тебя дери, парень, лучше бы ты сдох. Отлично, хорошо встречает, дружески. Да ну, ты ведь не всерьез. В общем-то, да, спасибо, что живой. И в награду тебе еще одно задание в висячих садах. По правде сказать, уже тянет сменить обстановку. Хочется что-то новенького подальше из истоптанных тропинок. Скажем, край небес? Край небес? Совсем из ума выжил? Нет, никогда. Забудь. Ну ты же был не против старого города. Это совсем другое. Над тем местом не властен даже зеленый. У верных жесткие правила, и я обязан им следовать. Ага, значит тебе все-таки не плевать на верных. Да нахрена тебя вообще туда приспичило? Там ничего интересного для неонов. Стоп, ищешь книгу, что ли? Ты о ней знаешь? Ясное дело, знаю. Я же не вчера на свет появился. Тогда знаешь и о том, что все эти состязания полный фейк. Это не заставит меня передумать. Думаешь, ты первый неон, который решил обхитрить систему? Ты сам говорил, что я не такой, как другие неоны. Я имел в виду, что ты мог бы и выиграть. Но я не особенно стремлюсь к победе на условиях верных. Почему бы просто не порадоваться тому, что тебе предлагают, даже если это и чушь собачья? Целых 10 дней валять дурака и смотреть, как дохнут твои придурочные друзья. Это ведь не так плохо. Я же знаю, что на самом деле ты так не думаешь. Если они прознают, чем ты занимаешься, тебя не просто расхреначат на куски. Ты уже никогда не сможешь участвовать в судных днях до скончания веков, никогда больше не ворвешься в мой кабинет. Осознаешь это? Майки, пожалуйста. Я должен хотя бы попытаться. Знаешь что, хрен с тобой. Раз уж ты так хочешь, Валя, иди сдохни. Мне-то что? Мне уже по барабану, что там с тобой будет. Майки. Проваливай отсюда. Да ладно тебе. Сейчас же! Так, окей. Лучше футболки в обтяг, но они некомфортные, чтобы в них сидеть, они где-то могут пережимать, где-то что-то это, неудобно. Краткая историческая справка. В Китае после Второй мировой войны за власть боролись два политических движения. Коммунисты с Мао во главе и Гоминьдан с Чан Кайши во главе. Гоминьдан проиграл и ушел на Тайвань.
До недавнего времени в их фильмах про те времена гаминдановцы показывались как белогвардейцы в советских этаких нечеловеческими вурдалаками, творящими всякое непотребство. А сейчас они типа смягчились, что ли, к этому всему? Кстати, хотела вот что у вас спросить. Вчера лежала и читала всякие новости, мне скучно было, я не могла уснуть. Прочитала новости про... я же сама с Украины, вот, и мне было интересно по поводу там кое-каких артистов. Была такая пара, Надя Дорофеева и Дантес. Вот. Они в браке вроде были 7 лет, а вместе были вроде 12 или что-то такое. Ну, не помню, короче, неважно. Вот. Суть в том, что они разошлись. И после того, как они разошлись, у них новые пары. Но новые пары необычные, короче. Девочка, Надя Дорофеева, начала встречаться с другом семьи, вот, который разошелся со своей женой. Но непонятно, он просто так разошелся или из-за Дорофеевой. Вот. А этот чувак, Дантес, начал встречаться с вот этой женой этого чувака, то есть с подругой семьи. То есть они, короче, свапнулись с семьями. Короче, как вы вообще относитесь к тому, что вот у вас есть, вот вы, допустим, в отношениях, да? У вас есть какие-то друзья, да? Которые, когда вы расстаетесь с человеком, оказывается, что этот человек начинает встречаться с твоей бывшей или с твоим бывшим. Вот как бы вы на такое отреагировали? Мне кажется, это так странно. Вчера смотрел про катастрофы, наводнения. Чань Кайши приказал взорвать дамбу, чтобы японцы не могли дальше продвигаться вглубь страны. В итоге погибло дофига народу, мирного населения. Понятно. Неприятно, но пофиг. Что такое отношение? Забей, ты еще маленький, тебе такое не надо. Теперь посыл, что Гоминдан по-своему боролся за независимость Китая от внешнего влияния японских захватчиков. И, мол, все разногласия были исключительно идеологическими. Понятно. Не знаю, мне как-то пофигу вообще на вот эти все распри в разных странах. Вот. Мне трудно ответить, я уже много лет женат. Ну, представь, чисто теоретически, я ни к чему не сподвигаю, да? Вот у тебя есть друг какой-то, да? Который вам в гости часто приходит. Вот ты расстаешься с женой, и этот друг начинает как бы с ней встречаться. Вот как бы ты к такому отнесся? Мне кажется, это вообще прям... Ию. Как-то вот прям... Ию. Так, уйти. Блин, а я в наушниках-то услышу, что ко мне пришли или нет? Сейчас приду, секунду, чат.
Лол, пошла проверить, а там как раз стоял курьер у двери, прикиньте. Это судьба, я считаю. Короче, давайте покажу, что мне пришло. Так, во-первых, мне пришли классные тапочки. Помните, я вам показывала фотку? Они, правда, охереть какого здорового размера. А у меня типа 35,5-36. Но зато мягонькие. И 200 рублей стоит вообще херня какая. Распаковка, да. Распаковка. О, какой прикольный, кстати, этот. Короче, взяла себе две футболки одинаковые, разных цветов. Ой, ё-моё. Блин, ну, на фотке, конечно же, оно выглядело получше. Вот, короче, вот такая Барби. И, ой, фу, оно вонючее, господи. Хай, Барби! И вот, вот такая серая. Ну, кстати, серая получше, мне кажется, не? Ой, такая прохладненькая. Что такое? О, сережки? О, сережки в подарок дали. Прикольно. Приколюха. Дорогой покупатель, мы благодарим вас за доверие и выбор нашего магазина. Для нас очень ценно быть причастными к созданию вашего персонального стиля. Прикольно. Прикольно. Так, мне было бы все равно, потому что если она будет инициатором развода без объективных причин, типа домашнего насилия и тому подобное, то мне по условиям брачного контракта отходит все совместно на... У вас еще контракт? Ни хрена себе! Блин. С одной стороны, прикольно, а с другой стороны, блин, а как о таком вообще договариваются? Я бы постеснялась на самом-то деле говорить там, типа, давай заключим брачный контракт. Ну, типа, как-то, как будто не доверяешь человеку, что ли. Хотя вообще никому нельзя доверять, это правда. Так, прапор, где вы прапора увидели? Кстати, а где прапор? Ах ты, сука, привет, Кромик. Ладно, Мазилыч, он на работе. А где прапор шляется? Он что-то говорил, но он говорил про четверг, да, что его не будет на стриме? Наверное, спит, козел. Ну, ладно, потом извиниться. Леона решила проверить, пришел ли чел, а в итоге он там стоял у порога уже? Да, да, да. Главное, чтобы принт не сошел после стирок. Да на самом-то деле, блин, я просто очень кайфую с вот этого такого стиля, что типа это варка. Но это очень хреновая варка на самом-то деле. Это, ну, прям... Прям, я бы сказала, футболки говна, если честно. Вот, потому что до этого я покупала варку две. И вот они были кайфовые. Я одну покупала, типа, в крутом магазине, а другую покупала на садоводе. Вот они классные. А вот эти какие-то, ну, такой себе, если честно. Ну, ладно, что, на стрим пойдет. Вот. Даже себе доверять нельзя. Ну, наверное, да. У меня брачный контракт, и там пункт. Всем нынешним женам обязуется говорить, что у меня член больше. Пунктик по размеру, чешу. Так, магазы на маркетплейсах прикольные, кладут карточки. Ну да, меня, если честно, очень сильно бесит, как они редактируют фотки, чтобы продать свое барахло. Ну, типа, поехали играть, а то, мне кажется, Николан уже убежал. Так, начать задание. Начать задание. Вот уж не думал, что на небесах есть такое место. Оно до странности современное. И какое-то незаконченное. Интересно, кто тут отвечал за строительство? Это кто там? Зеленый. Зеленый? Что? Где? Нет, прости, померещилось. Совсем уже крыша едет. Штаны не навалил? Не, ничего такого. Просто пытаюсь переварить свое гнусное прошлое. В придачу я, возможно, чуток повздорил с Майки. Ну, как можно ссориться с мультяшным котиком? А теперь меня еще и получает симпатичная девушка. День явно не сдался.
Ладно, прости, шутки в сторону. Ты так и не придавлен мыслями, а нам еще топать неизвестно сколько. Так, не заняться ли нам чем-то таким, что поднимет тебе настроение? Ты серьезно? Конечно, чем-то таким, от чего сердце начинает биться чаще. О, типа... знаю один способ. Ладно, хочешь прямо здесь и прямо сейчас? Карта души господства. А, ну да, ясно, понятно. Этот плохиш твой. Если, конечно, сможешь за мной угнаться. Но держись. К Диме Рекви она иногда заходит. Так, Дима, мужик! Так, край небес. А, не показано, да, сколько топы заняли? Ну ладно. Я вернулся, отходил на 5 минуток или 15. Короче, надо было покушать. Короче, ты отошел почти на полчаса больше. Так, поехали. Карта господства. Карта души пускает снаряды, как гранатомет. Стоя во взрыве снаряда, можно получить пуск ракеты. Действие при сбросе. Перебрасывает на любую поверхность в пределах досягаемости. Значок с крюком над прицелом показывает, можно ли дотянуться до той или иной поверхности. Интересно. Пуск ракеты. Чтобы подпрыгнуть, используя взрыв главной способности господства. О, нормально. А, это рокет-джамп! Лол! А так это как крюкошка. Прикольно. А что дальше, кстати? А что дальше-то? А дальше-то что? Нахрен? Ладно. Опять эта игра? Ну да, меня же заказали. Надо отстримить то, что заказали. Ну, можешь уйти и прийти через 3 часа. Нормалек будет. Там будет Crash Bandicoot. Ой, а чё? А? Патю! Ну и чё, я опять застряла. А как тут быть? Я не понимаю. Блин, долго летит вниз. Так. О, хорош. А дальше куда? А дальше, наверное, вот так. Эть? Нет, не так. Ёкалэмэне. А что? То есть рокет-джампами тупо прыгать? Да ну. Мне, кстати, сегодня сказали, что у меня на стриме меня слышно с эхом. Вам слышно эхо? Да нет, я так не долетаю. Ой. Не слышу эхо, нет, эхо, нет. В наушниках нет. Не, от микрофона, не от колонок. Типа, у меня же союз, и союзу, типа, нужна очень, это, звукоизоляция сильная. Блин, как же тут быть-то, а? Да, господи, не падай! Говно. Ой. Хорош. Так, сюда надо, да? Все, я придумав. Нормалек. Ой, блин, не то нажала! Я смотрю на микрофон только когда ты переодеваешься, он отражает. Да тут же милипусечка прям видна, прям милиписечка. Как ты там видишь, что... Ой.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нормально, все нормально. Так, а чё, а куда? А где? Туда, получается, надо. Эй, хорош. Так, а дальше чё? Так, ну... Угу. Он с лупой сидит. Ну, хоть не за. Вообще, выключите жару. На улице тепло, батареи жарят. Да, кстати, сказали, будет половина ноября такая. Типа, возможно, снега не будет до конца ноября. А может, и в конце ноября тоже не будет. Так, все, новости постятся. Да кто там опять ливнул с телеги? Нахрен, сейчас откушу лицо. Какой-то Александр. Ну и в жопу тебя, Александр. 400% 4К норм видно? Ну да. И пусть не будет, а то все называли снегом. Нет, для посевной же нужно, чтобы был снег. У меня до этого, у меня есть один чувак на стриме, он что-то там с агро чем-то там. И был еще один, он тоже агровик, но в Беларуси. И они вечно как вот это вот начинали. Они в прошлом году вообще панику поднимали по поводу этих самых посевной и что не было снега. Ну, заморозков не было. Так, повторить уровень. А что тут? Так, у Николая на 21 секунд. Ну, наркоман, господи Иисусе. Так, повторить уровень. Поехали. Нам нужно Зоита. Извините, если было громко. Блин, слушайте, а как быстрее это пройти? А быстрее это как пройти? Нужна 41 секунда, у меня 44, да? Изи же. Да это ты задрот, поэтому тебе изи, мне не изи. Может, конечно, тут где-то есть сокращалка, о которой я ни хрена не знаю. Ой, бляха-муха. А, блядь! Тридцать девять, хорош, все, Зои-то взяли. Да, демонов надо обязательно всех убить. Иначе не анлокнется этот финальный кристалл, типа. Ну, я на платину не задрочу, потому что, ну, у меня бы волосы на жопе посидели, поэтому, думаю, мы так пройдем. Так, следующее. Поехали. Господство. При срабатывании карты господства перебрасывает тебя к синим маркерам, демонам-шарам, стеклянным полом, либо на любую поверхность в пределах досягаемости. У меня нос чешется, это очень отвлекает. Так, вот это что ли? А, ага, понял.
Ой, я не туда, я не туда. Я не туда. Понял. Двадцать девять секунд. Золото сразу. Охренеть. Это при том, что я там еще замешкалась в пару местах. Пойду в ванне поваляюсь. О, ванна. Ванна — это прикольно. Так, в Blizzard заявили, что игроки слишком нетерпеливы и хотят, чтобы контент выходил в бешеном темпе. Понял вас, принял. Так, о, я быстрее Нюка прошла, кстати. А Акула прошла быстрее Николана. Мне кажется, если бы Акула была у Николана в друзьях, его бы Кондратий хватил, то что... Там на секундочку быстрее. Так, ладно, следующий уровень, поехали. Перед уходом напоминаю, все быстренько подняли ленивые попки и оставили Эли реакцию. Ей приятно будет, вот так вот, да. Слушайте Атасечку. Пипись, Андрей, во сколько начало пригорающей жопки? Через 2.5 часа. Чуть-чуть меньше. Не понял. Тут надо лететь, да? Ой. Ой, я не то нажала. Я не то нажала, Господи Иисусе. А я не убила. Мне же надо всех убить. А чё? А куда? Ой, я не то нажала. Блин, да что ж такое? Я кнопки путаю. Ух, ёпточ. Блин. Серебро. Серебро хреново. Значит, время есть сходить в магазин за попкорном и огнетушителем. Я сегодня вообще, короче, зашла под турецким аккаунтом на PS-ку. И зашла в краш, ну, чтобы настроить там захват, вот это все. И смотрю, у меня сохранения нет. Я такая, типа, что за херня? Видимо, все-таки сохранение действительно остается за аккаунтом. Вот. И поэтому, короче, я так думаю, ладно, может, он на русском все-таки аккаунте. В итоге зашла, и действительно он там на русском. Или из серии «Всех убью, одна останусь», да. Сколько там на ВПЛ баллов потратил, неизвестно. А то тут осталось 531к. Это потом надо сидеть считать. У меня там список. Так, нам нужно 37 секунд, на 3 секунды быстрее, да? Так, повторить уровень, поехали. Блин, я... Я не то нажала. Я на следующий уровень нажала. Блин, а как быть? А я могу вернуться к тому уровню или нет? Руина, 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 такая ты руина. Да что за говно? Говно. А как менять? Блин, подождите, а как менять-то? Так сделаем тогда. Я не помню, как менять.
Где я? Ой, я... Блядь! А, фух, слава яйцам. Где я? Где я? Где я? Где я? А что-то оно не захотело. Поняла вас, окей. Так. Так, делаем бум. Бам. Отлично. Бум. Я не то сделала, да? Угу. А как я вообще прыгнула? Тут я уже забыла. Мне так нравится тут музычка. Ой, твою мать. Илечка, пока что не спеши. Мы пока что ищем путь, как пройти, да? Так, кошка. Бум. Бам. Бум. Бам. Бум. Бум. Прыжок. Бум. Бум. Берем. Прыжок. Прыжок. Бум. Бум. Ой-ой-ой, а зачем наверх-то меня? Наверное, надо. Я херню сделала, да? Да, я сделала херню, и надо было отреагировать. Да господи. Так. А, не знаю, Фромки, у него штрафная. Он, походу, проспал стрим. Так, начать заново. Бум. Прыжок. Прыжок. Кошка. Бум. Берем. Бум. Берем. Бум. Бум. Прыжок. Бум. Бежим, 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 бежим. Хотя там, мне кажется, можно сократить на самом-то деле. Да, господи, еще и нос чешется. Что-то у меня в последнее время на стриме слишком часто нос чешется, вам не кажется? А. Не понял. Так, кошка. Прыжок. Берем, бум. Берем, бум. Бум. Берем. Прыжок, бум. Бляха-муха, что за говно? Время мое тратит. Так, а если вот здесь? Не, нифига. Но попытка не пытка. Попытка не пытка. Так, кошечка, прыжочечек. Трогаем, бумкаем, трогаем, бумкаем, бумкаем, трогаем, прыгаем, бумкаем, трогаем, прыгаем, дэш, прыгаем, бум, 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 кошка, бум. Почему? А, вот, все хорошо. О, хорош. Прыжок. Минута. Золото. Класс, спасибо. Спасибо. Не надо перепроходить. Там-дам. Николан за 46 секунд прошел. Задрот. Так, на следующий уровень. Опять по бабам и магазам шляется, не бойся. Ой, да по каким бабам, Дазик, я тебя умоляю. А по магазинам это у нас Масма шляется. Это у него там жопинг постоянно. И не скидывает, что покупает, главное.
О, какая-то женщина тут это... Бам. Ой-ой-ой, я даже не знаю, как я это сделала, но как-то сделала. Я успела, а дальше-то что? А дальше ничего. У меня нет ни хрена. Твою мать! Мне там пишет. О, хорош, хорош, как же я хороша, как мощны мои лапища. Куда мне? Вот туда, да? Блин, А вот тут сейчас будет прикол. А, не, нормально. Эть, хорош. Как же я хороша. Ну, ладно. Я старалась. Нормально. Нос чешется. Кошмар. А, тут... Я думала, там стекло. Ну, давай. Угу. Я не то сделала. Oh, shit, bitch. Ну, ладно. И так сойдет. Блин, минус сердешку, ну ладно. Куда ты меня? Где я? Серебро. Блин, не, нам нужно Зои там. Нужно Зои там. Так. Водички еще бахну.
Сколько мне не хватило? 4 секунды, да? Угу, окей. Из какого чата? Ульфиндом. А что там чатом? Это ты тот Сергей с чатом? Нет, Сергей, это Ерихон. Так, повторить уровень. Поехали. Да только что же бахнула водичку. Какая водичка? Алло, кто там? Масма. Хочешь, чтобы я уписалась? Блин, я потеряла этот. Ну ладно. Ой. Фак. Так, начать уровень заново. Но это он типа заступился за лошадку. Там на самом-то деле в той ситуации типа нет тех, кто повел себя красиво. Три внизу это. Да что ж такое-то, а? Ну там я вообще типа не поняла, что ты к ней полез с советами. Это то, ну, тоже такое. Я тоже не люблю таких советчиков. Поэтому я же говорю, там типа нет тех, кто прав, кто не прав. Так, повторить уровень. Бам. Хорош. Давай. Сорок восемь секунд, отлично, все. Ну да, я жопа, но что поделать, я общительный, блин. Он малой еще, не знает, кому полез советовать, а ей очень много лет. Ну не очень, но она такая, жизнь повидавшая женщина. Так, на следующий уровень пошли. Лошадка социофоба, ее лучше не трогать. Так, ну как, выпустил пар? Нет, конечно, пока что только разминаюсь. Вот блин. Ха, а давай, не то хуже будет. Ладно, ладно, только слезь с меня, вот твоя карта. О, да. Ну как, удалось мне тебя развеселить? Сердце и прям просто рвется из груди. Ничего удивительного, я всегда умела тебя завести. Вот тут поподробнее. Нет уж. Как это подленько взять и бросить на самом интересном месте. Ой, да конечно, я тебе больше нравлюсь, когда злая. Почему бы не показать, какая ты, когда добрая? Ну, просто чтобы я мог сравнить. Ну, даже не знаю, боюсь, этого ты вообще не выдержишь. А ты попробуй. Они... Вы еще потрахайтесь тут! Гляди, что-то там валяется. Где? Не видишь, что ли? Наверное, какой-то небесный мусор. Слушай, не отвлекайся, мы как раз... Вряд ли мусор будет так мерцать. И на ощупь до странности теплый. Потрогай, белый. Ты права, теплый.
Что тут за имена написаны? Не знаю, но думаю, надо изучить. Его принесло ветром вон оттуда. Пойдем-ка проверим. Черт возьми, еще бы пару минут. Надейся, чувак, надейся и жди. Жди, когда идут дожди, и зимой, и летом жди. Жди, когда уже никто не ждет. Так. Рума-то скотинка такая, почему ты не любишь меня? Укушу я тебя за попан. Так, подождите секунду, что у нас тут? Корейские бальзамы, конфетки от Досику. Нежная текстура, упаковка, кликер и, конечно же, сочные и нежные цвета. Да, кстати, цвета хорошие. Блин, все, хочу себе какой-то то ли тинт купить на губы, то ли еще что-то. Хочу себе эффект зацелованных губ. Буду приходить к вам, а вы будете мне говорить: Элька, ты с кем целовалась до стрима? Мы ревнуем. Вот, как-то, да. Так, надо окно закрыть, уже холодно. Так, сейчас начнем. Хамстер, иди уже себя потрогай. Один раз девушке помог избавиться от вшей, не будет тыкать пальцами. Но знаете, и она совета не спрашивала. Я случайно заметила, и быстро все исправили. Никто не узнал, это ж не всегда плохо. Но, блин, понимаешь, это дело такое. Как это объяснить? Ну, типа, это некорректно. Вы не настолько близки, чтобы делать такое замечание, понимаешь? И тем более, я более чем уверена, что, да, девушке со вшами ты, скорее всего, помог, но ей было, скорее всего, когда ты об этом сказал, очень неловко. И не факт, что она об этом не знала, вот. Поэтому я тоже не особо люблю таких советчиков, потому что, ну, они... Они тебя вводят в некий дискомфорт, вот. Где я? Я потерялась. Я еще троих где-то не убила. Твою мать. Ну и где я их не убила-то? Я знаю. Ладно, начать уровень заново. Тройной одеколон самое лучшее средство. От чего? Наверное, тут надо побыстрее пройти.
О, сразу Зои-то, класс. От шеи полфлакона на голову и в целлофан, и все их не будет? Серьезно? Да ну, не может быть такого. Я... у меня когда-то, кстати, были вши. Это вообще пипец. Сходила на маникюр, называется. Я тогда маникюр делала на дому у своего мастера. И она, короче, ну, у нее было двое деток. Детки пошли играться куда-то во двор, в песочницу. И принесли домой вшей. И когда они пришли домой, естественно, я там делала себе маникюр. И я тоже подцепила вшей. Это такая херота была. Это просто жесть. Я еле их вывела. Это был ужас. Роман Легенды, здравствуйте. Вот, но я не помню, кстати, чем я их выводила, потому что это было очень-очень давно. Я там что-то типа еще в школе училась, что ли. Вот я не помню. Так, что там такое? Кто-то разбаниться хочет, что ли? Угу. А где? Господи, в этом во всем разбирается Мазилыч, не я. А где? А где? Подождите секунду, ребят, сейчас. Сейчас. Странно, у меня только Меус есть. Запрос на снятие блокировки отклоняется Мазилой, чем в прошлом месяце. Но это в прошлом месяце. А где, который вот сейчас мне пришел запрос на снятие блокировки? Лол. Что за прикол? Ладно. Не вижу. Видимо, Мазилыч будет разбираться. Они подушатся, мне помогло сразу вши, как и перхоть, чешется. Я уже не помню, кстати, чешется оно или нет. Сейчас, секунду, подождите, еще раз. А, ну да, пропало. Либо кто-то отправил и отменил. А, нет, вот, посмотреть запросы на снятие блокировок. Я стал хорошим. Ну ладно, поверю, давай разбаним тебя. Правда, странно, я не вижу, почему его забанили, но поверим на слово человеку. Дустовое мыло или сейчас современный шампунь есть в аптеке? Ой, дустовое мыло, это которое такое очень-очень вонючее, да? Он прям супер вонючая. Так, мы получили Зоита. Зоита. Угу. Так, следующий уровень идем. Ой. Блин, я не то сделала. Жесть, я оперная певица, ёпта! А, вон там штучечку надо было взять. Ладно, поехали. Да почему в бок, если туда была, блядь, стрелка? Все начинает гореть. Чего ты там уикаешь? Уикает он. Теперь назад! Где я? У-ху.
Чекаю дилей. А что, у меня вроде это все быстро, не? У меня вроде стоит настройка Zero Latency, типа нулевая задержка. Да что ты сделаешь, а? Да, что-то я делаю не так, я понять не могу, что... А, вот что. Где я? Блин, серебро, надо перепроходить. Так, пойду пописью с красивой писью. Сейчас буду. Я не отключила паузу. Блин. Давайте заново. Ой, тихо. Эть. Блин, музычка тут хороша, хороша, сучечка такая. Сучечка такая, я промазала! Я там всех убила. Да, в смысле, я же тебя убил. Отлично, Зои там. Кики, дай похавать, я устал. У меня есть корейская курочка в кисло-сладком соусе. Хочешь? И корндог есть. И гречка есть. Так, на следующий пошли. Если вспомнить, то наряды давали за все, что угодно. Блин, ну у тебя какая-то армия была прям жесткая, походу. У меня, типа, мои знакомые, которые были в армии, большинство... Ой, блин. У них... Было вообще, типа, легкое все. Так. А чё? Куда? Не понял. Я куда-то... Хорошо. Блин. Cleared it. На бронзу, окей. Не, вроде никого не пропустила, но все равно прошло на херовое время. Мне нужно 55 секунд. Поехали.
Сука. Проехала, капец. У нас тоже изично было, но на самом деле год прошел на чили. Из минусов никто не умеет стрелять. Старые калашниковы дали раза 2-3 за год. В основном много времени качались, но я уже все сдулся. Пузик есть? А если найду? Ой-ой-ой, у меня жопа. А что делать, когда жопа? О, там приз. А как его забрать? Отпустите. Отпустите. Что-то запарился я ждать Сережу из качалки. Пойду спать. Ну, давай. Мы в Варик 3 играли, докачались, когда такой бумаг заполняли, понятно. Визуально нет, но без футболки малёх есть. Комплексую, что поднабрал. Да ладно. Хорошего человека должно быть много. Знаешь такое? Блин! Да, говно. Так, подождите, нет, я что-то не так сделала. Мне надо было пульнуть, чтобы я наверх бахнула. О, Дива Футу, спасибо большое за рейд на ВК Плей Лайв. Здравствуйте. Здравствуйте, как ваш ничего? Досмотрели ли вы ваши великолепные серии? Как вам их просмотр? Рейд! Здравствуйте, здравствуйте. Я Ливона Кики. Она же Элечка. Она же Ленечка. А, кто-то меня называет Ленором почему-то. Стали, не знаю. Мы выполняем заказ игры на Неонвайт. И чуть позже пойдем еще играть Crash Bandicoot 4. Бам, хорош. А вот это нехорош. А вот это очень нехорош. Я не то сделала опять. Игорсан, здравствуйте. Зачем ты сказала мне про Ленор? А что такое? Теперь все заелось у тебя? Это не я сказала, это в чате, между прочим, говорили. Блин, главное, потом просто надо не кошкой фигачить, а взрывами делать бабах.
окошко. Взрыв. 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 А что дальше? А надо было наверх, да, чпокнуться немножечко. Понял. Чпокнуться наверх. Уцуцруку, тьфу, кукуруку. Что? Ты уже все поплыла, что ли? Лаки Фокси, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Теперь ты Ленор. Не, не надо меня так называть. Не очень хочется. Я понимаю, если бы еще Элеонор, тогда ок. А Ленор... М-м. Мне... Даже Леня мне нравится больше, чем Ленор. Я не хочу быть ополаскивателем для стирки. Я поздно бахнула. Блин. Надо сначала отправить туда. И пока оно будет взрываться, я прыгаю на вторую оранжевую херню. И, может быть, оттуда прыгаю третий раз. И, может быть, у меня откроется. Еще посмотрим, короче. Да почему? Я не понимаю. А как тут? Я не понимаю. Это какой-то звездец. Мне нужно, наверное, туда долететь и подпрыгнуть на бочке. Ай, блин. Fucking shit. Есть! Зои-то! Все. Волфи, привет! Хочу холодильник с голосовым помощником и загрузить туда тембр речи Элеоноры. А, в смысле, не мой, а Элеоноры из Atomic Heart? А разве так можно сделать? Блин, я бы тоже такое хотела, кстати. Чтобы она мне желала доброе утро и говорила что-то приятное. Очень бы хотела, да. Так, тут все сделали. Вот, да. Сюрприз, сюрприз, ублюдки. Король вернулся. Здорово, король, блядь! Водка, я тебе сейчас отгрызу лицо просто. Ты мне нахрен отвлек.
А что дальше? Ничего, да? Соси писюн, спасибо. Куда дальше? Угу, понял тебя. Какой йогурт в тебя быстрее поза... Ты это, уже вжился в роль Элеоноры? Зоита! Хайерс. У меня так эти тапочки, они такие мягонькие и так греют меня. Спокойной ночи, инферничек, сладких снов. Как иначе? Король требует внимания. Я сейчас короля это в яму скину. Хочешь? Жесть, Николай на такую отстает на 4 секунды. Ничего себе. Ничего себе, разрывчик, ничего себе. А чё, а где, а куда, а куда? Нормально. Угу, спасибо. А почему не взорвалась, кстати? Там щит, что ли, был? Не заметила. Капец. Ай-яй-яй, я взорв... Я... Ту-т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 у. Хорош, все нормально. Такой был план. Прям на письке живу какой-то. Итя! 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 Опа! Итя, блядь! Ну почти. Я ходила по краю, конечно. Ой, я не то сделала. Я все заруинила. На-на-на-на-на-на. Блин, окно закрыло, теперь жарко. Ну что за фигня? Кстати, а почему? Ну ладно.
Я ж булки сжала почему-то. Интересно. Говно. Уи. Да почему не получается? Я далеко. Ничего, ты приедешь же в Москву, так что нормально все будет. Я под видом того, что мы пойдем гулять, куда-нибудь пожрать. Вот, я так это, мясо, да? Пойдем пожрем мясо, скажу, водка, пойдем. Вот, и пока я буду хомячить какой-нибудь свой стейк, вот случайно кусну тебя за лицо, скажу, извини, занесло, очень голодная, там все дела. Понимаешь? Ой, блин, я зачем тебе рассказала план свой? Да, мясо будет водка. Ой. Давайте какой-нибудь микро, очень микро. Так, начать уровень заново. Поехали. Что ж я там не так сделала, я уже забыла. Да в смысле? Хорош? Походу я застряла на этом уровне. Что-то мне уже сложновато. Да господи. Ух ты! Мой план настолько гениален, что водке даже нечего сказать на этот счет. Жесть, как же я хороша, как мощны мои лапища. Пожалуйста, Зоита. Спасибо! Спасибо! Спасибо!
Жесть! Все, мы покончили с этим уровнем дурацким. Я сворачивала твич, хз, о чем речь. Блин, да ну, водка. У меня тут такой план капкан был. Ну ладно, не услышал и хорошо. Значит, узнаешь, когда я его притворю в жизнь. Ух ты! Луна такая огромная, словно рукой можно дотянуться и... Что за черт? Это что? Экран? Не понимаю. Это небо фальшивое? Все верно, сестренка. Майки? Небеса задумывались совсем не такими. Когда-то это было что-то вроде пустого зала ожидания для усопших. А потом появились верные. Что ты тут делаешь? Правду вам рассказываю, тупицы! Нельзя бегать повсюду и корчить из себя героев, если ни шиша не знаете. Ты ведь эту правду мог еще утром сказать, глупый ты клубок шерсти. Тогда я еще не решил, надо ли. Ради бога, просто скажи нам уже, что происходит, пожалуйста. Видите, умеете вежливо попросить. Что ж, слушайте. Некогда Господь в течение 10 судных дней вписывал имя каждого усопшего в книгу жизни или книгу смерти. Те, кто жаждал получить прощение у обиженных ими, и те, кто прощал своих обидчиков, попадали в книгу жизни и обретали вечный покой, а остальные, всякие мерзавцы, попадали в книгу смерти. Некоторые усопшие были так недовольны подобными загробными раскладами, что пошли против Бога войной и превратили небеса в пафосный рай, которого, по их разумению, заслуживали. Победители той войны стали верными. Получается, они просто притворщики? Это ладно, а что же случилось с Богом? Кто знает, я не видел его с той поры, когда все покатилось к чертям, но не спешил бы утверждать, будто Бог умер. Время от времени мы, ангелы, чувствуем его присутствие, и как бы дико это ни звучало, Белый, последний раз я ощутил его в тебе. Мне от этого как-то неспокойно. Так или иначе, Божье присутствие острее всего ощущается во время 10 судных дней. Уверен, что именно это привлекает демонов. Несчастные души, оказавшиеся в книге смерти, тянутся к испоганенным небесам и, пересекая грань, превращаются в монстров. Они всегда были против замысла верных перестроить это место. И поэтому верные притащили сюда зеленого? Верно, дамочка. Отыскали самого могучего духа, чтобы тот делал за них грязную работенку. Но даже зеленый не в силах справиться с теми ордами демонов, что стекаются сюда в судные дни. И потому приходится подтягивать на подмогу неонов. Именно. Нужны все, кто способен сражаться. А если вдруг найдется кто-то посильнее зеленого, его заменят и тут же вышвырнут на свалку. Так, а что насчет книги жизни? Знаешь, где она может быть? Думаете, маялся бы я на этой работе, если б знал? Когда верные украли книгу смерти, Бог спрятал книгу жизни так, чтобы ее никогда не нашли. Если честно, он даже перестарался. Но если что и сможет заставить чудаковатого старичка вернуться, то именно воссоединение этих двух книг. Стало быть, все так, как я и предполагала. Я была права. Я гений. Но мы ни на шаг не ближе к цели. Постой, у нас ведь есть та бумажка. Ну, с именами. Привет, Телегрин. Чтоб меня! Прикалываешься? Это ведь страница из книги жизни. Как вам удалось ее раздобыть? Да просто валялась на дороге. Хотя, по-моему, она поначалу светилась сильнее. Сияние тем ярче, чем ближе она к источнику своей силы. Этот клочок приведет вас прямиком к книге жизни. Невероятно. То есть мы вот-вот покончим с этими играми? Ха, тогда не стоит терять времени. Поосторожнее, червячок. Пропавшая книга жизни – единственное, что нужно верным, чтобы обрести всю полноту Божьего могущества. Если эта страничка попадет не в те руки, всему конец. Будем защищать ее, пока живы. Точнее... Пока загробно живы. Спасибо, Майки. Ты нам невероятно помог. Да не за что, не за что. Привет, Вистаск.
Опа. Кто это там? Вот же крыса. Not bad for a dead guy, huh? Mm-hmm. Вам может казаться, что нечестно даровать прощение лишь тем, кто больше всего заслужил. Но представьте, как... Ой-ой-ой. Представьте, какой хаос воцарится, если милосердие достанется каждому. Думаю, нам стоит все отменить. Неужели? Серьезно? Я перед Богом поклялся, Белый. Я просто смотрю на вещи реалистично. Не слушаться приказов. На тебя это так не похоже. Так кто тебя надоумил? Красно? Нет, никто. Я сам. Просто мы никогда раньше не шли на такой риск. Настрой у всех почти на нуле. И чья это вина? Подготовить группу – твоя работа. Их настрой целиком зависит от тебя. А, это в реальной жизни они, да, получается? Тут же лица вот показаны, и они это не в масках. Соответственно, это они в жизни, когда живыми были. Хочешь, чтобы я им врал, потому что я совсем не считаю, что мы такое потянем? Ладно, знаешь что, Белый? Хорошо, отменяем. Зеленый. Не-не, все нормально. Я сейчас пойду и сообщу команде, что ты лишил их заслуженного завершения карьеры. Что, несмотря на годы подготовки, ты усомнился в их способностях. И хуже всего, что ты отрекся от меня. От человека, который дал тебе все. От того, кто сделал тебя особенным. Ты этого хочешь, Белый? Отвернешься от меня после всего, что я для тебя сделал? Я... В глаза мне смотри, мальчик, и скажи, хочешь ли этого? Нет! Нет! Этого не хочу. Белый, ты сам знаешь, что я теперь терпеть не могу кричать. Но ты понимаешь, как все это выглядит. Ты прав. Я жалею, что я вообще об этом заговорил. Так я и думал. Теперь двигай отсюда. Набери пушек и заведи, блин, как следует наших бойцов. Ей, сэр. Не чешись, пожалуйста. Эй, земля вызывает Белого. А? Ты собираешься за чертовой книгой или как? Да, да. Ты иди, я догоню. Эпизод 9. Апокриф. 3 дня до суда. Так. О, снова ты. Не делай вид, будто рада меня видеть. Итак, посмотрим. Для очередной миссии нужен рейтинг 63. Надо же, вы поглядите. Ваш неоновый рейтинг достаточен для перехода к новому заданию. Вы заработали купон небесных услад. Удивительно. Одну минуту, мне надо заглянуть в рабочее расписание мистера Майки. А, красная, рада тебя видеть, дорогая. Я знаю, в последнее время у меня дурдом какой-то. Ты мне будешь рассказывать? Буквально вчера видела жуткую ссору влюбленной парочки. Ты не поверишь, что порой вытворяют эти неоны. Ой, а давай вечером посидим выпьем. Хочу услышать все в красочных подробностях. Просто напоминаю, что я тоже тут. Ну тогда до встречи, дорогая. Приходи уже, не хочу вас задерживать. Проходи уже, не хочу вас задерживать. Майки ждет. Спасибо, Габи. Что это было? Что сказать, я нравлюсь приличным дамам. Вы чё приперлись? Своим равным неоном задание ни к чему. Пожалуй, да. Так а чего мы приперлись, красная? Ну, мы ведь не хотим, чтобы верные что-нибудь заподозрили. О, здравствуйте, прапор. Где были? Чё делали? Как жизнь? Вот на сей счет не волнуйтесь, о надежном алиби я позабочусь. Я уже рассказал другим ангелам о том, что происходит, и они готовы помочь. Ого, ты серьезно?
Не забывай, что когда-то это был наш дом. Ради спасения своей жизни нам пришлось трусливо покориться власти верных. Хотя, разве это жизнь? Честно скажу, я уже так устал притворяться. Эй, Майки, кончай раскисать! Так или иначе, даже если мой шанс это парочка жалких смертных, то помогу, чем смогу. Большой папа это бы одобрил. Постараемся тебя не подвести. Спасибо еще раз, Майки, а теперь нам пора проваливать к чертям. Точно, прямо все загаснел. Так, уйти. Так, а пошли-ка в собор. Лавка. Добро пожаловать в лавку небесных услад. Хочешь обменять купон? У тебя их два. А вот мой купон. Отлично, минуточку. Снова ты, не он белый. Так держать, быть может, на небесах у тебя все-таки есть будущее. После всего, что я тут видел, это звучит уже не так соблазнительно. А тебе трудно угодить, да? Но перед пикником на природе еще никто не устоял. Ну, всяко лучше жуткой стряпни, какой вы нас подчуете. Чудесно, тогда как поспеши, не заставляй второго лучшего работника ждать. А кто на сей раз? Зеленый? Серьезно? Лол. Где деньги? Вазовский или как он там называл? Где деньги? Лебовский. Во, Вазовский, господи. Все как обычно, шел отпуск, я нафиг сбил режим и проспал стрим. Я же тебе говорила, иди спать нахрен. Не это, а ты проспал все. Все, штрафная получается прапор. Средняя прожарка годится. Ты сам способен поджарить себе чертов бургер. Нет, еще обожжешься. Чего бы, не обожгусь. Точно тебе говорю, видал я случаи. Тебе не кажется странным, что на небесах едят мясо? А что такого? Ну это ведь настоящее мясо, да? Настоящие скотины. Мы ведь даже не знаем, гуманно ли убивали этих животных. Прежде это тебя особо не волновало. Но это же небеса! Разве свинина и говядина не кощунство? Что может быть хуже? Разве что человечина. Слушай, мальчик... Я зажарил для тебя бургер. Сиди, жри, и хватит тошнить. Привет, Дансила. Так, подождите. Так, у нас великолепный Нагиус ресабается на 24 месяца и награждается VIP-очкой. Да, служился, так сказать. Аплодисменты этому молодому человеку. Поздравляем Нагиуса с 2 годами на канале с платной подпиской! Ура! Спасибо, Наги, за 24 месяца. Наши лапки в своем распоряжении уже не от стримера, а четко прикоснежные смайлики. Муа тебе, слюняво. Так, а теперь проставляйся давай. Че ты это тут пришел, значит? Я тебе уже говорила, на этот самый, на годовщину тортик нужен. Позавчера ты послала меня спать. Я пошел спать ночью, в 6 утра проснулся, поиграл, в 12 решил часик вздремнуть, вздремнул, в 6 вечера проснулся вчера и все. И решил я ночью Mortal Kombat поиграть, за раз игру пройти, по итогу час дня прошел. Ничего не знаю, прапор, ты не отмажешься. Не отмажешься. Давай, извиняйся. Это что такое было? Это что, теперь всех так будут поздравлять? Ну, кому выдается за 2 года випочка, да? Привет, Мазилыч. Я уже подбухиваю, а тортик тебе стул и привезу. Не-не-не, нифига, сейчас давай свой тортик. Блин, я себе вчера искусала язык, он болит. Фигня.
Фигня! Ой, Мазилыч меня не любит, говнюк. Так, постой. А может еще сыр? А можешь еще сыра туда добавить? Так, подожди, у меня еще один купон же есть. Добро пожаловать в лавку небесных услад. Хочешь обменять купон? У тебя еще один. Вот мой купон. Отлично. Минуточку. Ты как-то слишком легко становишься лучшим, Неон. Что ж, лучше присядь, а то упадешь от счастья. Ведь очередная награда самая заветная. Картинка на этом буклете симпатичная, но не сомневаюсь, что вы, ребятки, найдете способ обломить мне радость. Разве может разочаровать шанс понежиться под солнышком на белых песках святого пляжа и искупаться в прозрачных голубых водах? Что, правда? Да! День на пляже, день на пляже! Неужто отдых? Да, самое время. Надеюсь, ты не будешь против, если рядом понежатся и другие лидеры рейтинга. Конечно, он не против. Да и кого волнует, что думает этот фрик? Эй, зато ему будет на что пустить слюнки, у нас ведь купальников нет. Слушайте, заткнитесь вы обе, я даже еще ничего не сказал. Вообще-то, мы приготовили для вас широкий выбор потрясающих купальников. Прапор-говнюк тоже, и Нагиус тоже. Я не поняла, ну извиняйтесь все немедленно! Что это такое? Я нахрен, никто не любит Кику! Быстро извиняться! О-о-о. Эй, вы там скоро? На меня тут все пялится, уже как-то неловко. Еще минутка. Не могу выбрать. Вот, примери этот красный. Ну, не знаю, не сильно блестит. Николан! Сучка тоже, извиняйся, быстро! Что это такое? Вообще никто, никто Кикуленьку не любит. Вообще никто не приголубит. Слова приятного не скажет, донатик не кинет. Что это такое вообще? Хоть бы сапочками извинились. Сказали, извини, прости, вот, держи, мы не хотели, мы не такие, это все нас оболгали. Что это? Бот подкручивает. Усюка. Вот, хамстер, красавчик, мужчина. Просто великолепный, просто Аполлон. Ну я-то понятно, я заказал Neon White. Ой, жесть. Так, я тут, кстати, браслетом хоть не херкнула по столу, ничего. Я так его фигарила. Так, не сильно ли блестит? Угу. Давай же, он секси. Ладно, ладно. Ох. Никогда не научусь завязывать эту фигню. Стой, помогу. О, спасибо. Стоп, что за... Ох, ёб твою мать. Ха-ха, да. Ух ты, какая секси. Ты издеваешься? Ты хоть 5 секунд можешь прожить, не пытаясь убить красную? Нет. Если подворачивается шанс, хватай его за большую, крепкую. Ай-ай. Лиловая душечка. Я так разочарована. Это было так неуклюже. Ты способна на большее. Блин, ну куда ты уже сдохнешь? Эй, не отчаивайся. Повезет в другой раз. А теперь побежали, а то на автобус опоздаем. Ладно, чёрное место у окна. Эй, стойте, меня забыли. Так, окей, все, отдохнули, пошли дальше херачить, да? Только открыл стрим, а уже такой голос, как будто в постель заманивает. Через секунду голос такой, как будто прогоняет с нее КПД 0. Ну, кому сейчас легко? Так, итак, куда направимся? По-моему, страница светится ярче, когда я поворачиваюсь к северу. Блин. Давай, покажись уже, лиловая. Мы и так знаем, что ты за нами шпионишь, и не то чтобы очень скрытно. Ой, не пойму, о чем вы? Я просто симпатичный призрак. Ну, строго говоря, так и есть.
Хватит нас дурить, Лиловая. Да поймали, поймали. Ну и ладно. Ведь я уже все-все выяснила насчет вашего бунтика против верных. Ох, нехорошие вы какие. Пойдешь настучишь? Думала об этом. Но решила, что гораздо прикольнее посмотреть, как вы из-за нее ссоритесь. Леон Вайт? Норм, здорово, глюшок. А где сапка моя? А все, видимо, все. Знаешь, Лиловая, если так хочешь присоединиться, так и скажи. Что? Да, Лиловая, пошли с нами. Вы шутите? Эй, я ведь уже говорил, да, у тебя проблемы с навыками общения, но я не хочу с тобой враждовать. Кроме того, у тебя явно куча свободного времени. У меня куча дел. Брось, Лиловая, будет весело. А если станет скучно, всегда под рукой Белый. Он отличная мишень. О, да, какой кайф. Так. Вот сейчас смотрите внимательно на лицо Элеоноры. Вот именно так выглядит человек, которому в лицо кидают купюры. Запоминайте, записывайте и сохраните. Нормально, мне нравится. Продолжайте, кидайте мне на лицо купюры, кидайте. Спасибо большое, Райден, за 6 евро. Спасибо за поддержку. Добра, любви, сердец, позитив. Так, подкат от стримера. Подожди, стой, сейчас как подкачу. У меня где-то был тут записанный подкатик. Ауф. Глюшок, писюшок, спасибо тебе за очередной месяцок. Глюша, осторожила нашего чата. Спасибо большое за 74 месяца с возвращением в волчью стаю. Наши лапки в твоем распоряжении. Уже не от стримера, а чатика пригласишь из маленьких. Слюняла. Скоты убрали Тиньков и способов оплаты. Вы, если вам сложно, вы всегда можете купить подписку на Бусти, а я вам буду на Твиче ее дарить. Вот. Так, типа, даже проще, мне кажется. И там можно по дешевке купить Тир 3. Не байт, конечно, да. Купюры какого цвета? Зеленого? Не знаю. Так. А, вот, все. Райден, ты готов? Готов под катку? Сейчас, подождите. Ай-яй-яй, у меня ребро подхватило, подождите. Старость не радость, господи. Так. Ой, ладно, нет, другой сейчас подкат выберу. Так, нет, но это мы еще не так близко, чтобы я так подкатывала. Вот, вот этот возьму. Угу. Знаешь, Райден, тебе нельзя в супермаркете заходить в раздел морозильников. Ты настолько горяч, что можешь разморозить все мясо в магазине. Вот, да, все. Я сделал. Так, а что мне, кто мне, что мне пишет? Ага, понял. Кто мне пишет? Лучше сразу тир 3, брат. Глюша мне друг, он не это самое. Ему не нужны 18+. Эля смотрела «Легенды Джао»? Не, кажется, нет. Так. Эй, что у нас тут? Ну, раз уж я вам так сильно нужна... Да. Но сразу скажу, что тяжелую работу делать не буду. Так, эскалация, район Крайне Бес, окей. Ладно, если мясо может жираков разморозить, что не убегут? Чего? Кого? Куда? Так. О, музычка поменялась. Ай! Ой-ой-ой! Что за хрень? Ой-ой-ой. Мне кажется, мне не сюда.
Нормальная музычка такая. Яблоко! Ой, здорово! Hello, hello, how was yesterday? Good, I'm resting and chilling and eat Korean food. What about you? Так, Эля, ты так прекрасно в полосатом, спасибо. Я еще не проснулся, я не готов к таким шуткам. К каким? Каким? А, да, поняла. Так, начать уровень заново, давай. Да. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай! А чё тут не... А... Не понял. Не понял, чё не хватило. Ну ладно. Так, сюда идем, да? Промазала. Раз, два, три. Раз, два, три. Хорош. Раз. Раз. Ой, бля, хомуха, нормально, нормально, так было задумано. Может, тут на это надо? А не. Так, все, мы тут все сделали, да. Так, а как? Я куда? Нормально, это было так задумано! Блин, нормально, нормально. Так, сейчас надо перепройти на Зои там. Yesterday was pretty good. I saw my uncle and fed my cat. What are you playing? We have today two orders on stream. Now we play Neon White. It's you need to run one map with the unique time. After we will go in Crash Bandicoot. Так, я не понял. Чё ты не понял? Так, а мне надо повторить, да? Да, сколько мне надо пройти? За 56 секунд, окей. Поехали. Раз, два, три. Я не попала. А, раз, два, три. Три. Раз, два, три. Раз. Отлично. Раз. 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 Опа. Срослась. Пися и попа. Отлично, золото. Где купюры, которые я на лицо кинул? В смысле, ты пропустил, ты, видимо, отошел. Ты кинул, мы тебя прослушали. Я все приняла уже, отреагировала. И я к тебе, более того, я там у тебя в рулетке выпал, типа, подкат. И я к тебе даже подкатила, ты не услышал мой великолепный подкат. Иди, короче, смотри запись стрима, пересматривай. Did you ever finish playing Remnants 2? Yeah, I need to. But need, I think, to take some streamers and finish it. Because we played, but didn't finish. Так, эть. Ой, бляха-муха! А чё, куда? А чё? Нормально, на скорости падаем.
Что-то я не поняла. Блин, я куда-то... Я что-то пропускаю явно. Может, мне сюда надо? Да. Так, ну, видимо... Господи, да куда же дальше? Я не понимаю, во. Ой-ой-ой-ой, я заруинила. Ладно, сейчас разберемся с картой. Я привыкну. Я что-то думала, мне вниз надо. Хорош. Так, вот сюда идем. Есть на жопе шерсть. А куда же мне? Вот сюда мне надо, да? Да. Ой-ой, там карта, блин. Даже не знаю, где я. Ай-я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 й. А что же делать? Я вон карту пропустила. И куда бежать? Куда? Куда бежать? Я не вижу. А, мне вот туда надо. Ладно, заново давай. Are you planning to finish the game? Yeah. But it's need time. Because now we... I'm trying to finish all requests with the games. From donations, from subscribes, all this stuff. Так, дальше мне вернуться надо. Сюда. Сюда. Блин, говно. Говно. Сука! Что-то мне как-то сложно на этом уровне, не понимаю почему. Я до сих пор так и не понимаю, куда мне бежать надо. Да... Посмотрел так, а как я пельмени куплю, раз уж все разморозил? Получается, никак. Дома сделаешь. Потому что ты настолько хат, что как бы ничего замороженное с тобой не работает. Мороз с тобой не работает, короче. Так, вот это пополняем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин.
Стой! А куда? Я не понимаю, если честно. Ну, то есть наверху черта этого я убила. Я так понимаю, мне нужно как-то здесь вот это сделать, забрать вот эту карту. И на этой карте долететь вот туда, что ли? Блин, все, у меня начинает голова пухнуть. Сколько там мы уже отыграли? Ой-ой-ой. Вот как, куда у меня сейчас пропала эта самая штука? О, спасибо, аллилуйя. Игра душная стала, но сначала интересно. Это скорее игра на 1 час, потом отдых, потом снова час. Ну, типа, не, ну на 2 часа норм. Вот после, да, после 2 часов начинает пухнуть. Надо, типа, разбивать. Вот. Так, на следующий уровень. Ой, я быстрее Нюка пробежала, кстати. Да, блин, что за говно вообще? А, ты. Слушайте, гляньте, пожалуйста, сколько мы уже играем в игру. А, не, еще нету времени. Сука! Сейчас жопа начнет гореть. Стойте, мне опять жарко. Да что ж такое? Я заболела, что ли? Have you ever traveled out of the country? Of course. I was almost in all Europe, in many Arabic countries, in India, around India, in Singapore, and want to go to Asian
countries to Korea, Japan and China. Так, возобновить. Блин, я давно сделала. Дыши, Элечка, дыши, все хорошо. Не спеши, главное. Вот первый раз просто проходим, узнаем карту, да? Вот просто узнаем. Просто все хорошо. Че ты нервничаешь? Нервные клетки. Восстанавливаются, бля! В Литве была. Или подожди, нет. Я просто уже не помню, я в Европе во стольких странах была, что типа пипец. Я была в Эстонии, и я не помню, я все время путаю Литву и Латвию. Где-то в них, в какой-то из них я была. Вот. А так, где я была? Нидерланды, Франция, Италия, Испания, Германия, Швейцария. Польша. Ну, Польшу не считаем, я там проездом была. Господи, что там еще есть в Европе? Греция, в Греции была. На Кипре была. И все, наверное. Не, Чехия, Хорватия не была. В Вильнюсе, кажется, я была. В Люксембурге, кажется, не была. Ну, короче, я не помню. Потому что я была в очень многих европейских странах. И в каждой стране я еще была... Ну, то есть я несколько раз ездила. И я была в разных городах. Поэтому я там немножечко путаюсь. Вот. Типа их было слишком много, легче сказать, куда я не ездила. Where are you planning to go next? I want to go to Asian countries, but for me now it's difficult because I'm afraid to fly and I don't want to go somewhere by plane. So I want to, but I'm afraid to. So now I'm going just in Russia somewhere. Here are too many places where I can go to. Так, блин, слушайте, мне очень жарко, прям вообще пипец. Я бы очень хотела еще побывать в Саудовской Аравии. Я там не бывала. Так, где я? Умираю, поняла. В Марокко бы хотела побывать. В Мексике хотела бы побывать. Кстати, на удивление... Я не была в Египте, хотя я с детства обожаю Египет, его мифологию. Ой. Мифологию, историю. Я любила все документалки про Египет, все фильмы про Египет я обожала. Вот. Но в определенном возрасте мне показалось, что там, наверное, я просто поеду, и я, скорее всего, разочаруюсь. Вот, потому что там говорят, что там достаточно грязно даже в туристических местах, там же вроде какая-то то ли гражданская война была, то ли что-то такое, когда там еще все самые крутые музеи обворовали, блин, скоты. Вот, хотя сейчас там, короче, открыли какой-то очень крутой этот отель, с видом на пирамиды прям сразу, вот, то есть они, видимо, недалеко от пирамид сделали. Вот туда бы я бы поехала. Но там вроде дорого, пиздец.
Тебе жарко, потому что я в чате. А, точно, да, я забыла, извините, прошу прощения. В жар бросает. Как он так быстро заряжается? Я в Египте мог быть в 2019, но меня в самолет не посадили. Что ж ты такое сделаешь, где не посадили? Это в самолет. Я, конечно, крутой, но меня никто не открывал. Что? Ты что, наркошка? Немножко. Все нормально, это все или все лишь игра? На-на-на-на-на. Турагентство? Поняла тебя. Блин, а где бы я еще хотела побывать, где меня не было? Ну, я всегда с удовольствием возвращаюсь в Турцию, наверное. Мне очень нравится Турция, потому что, ну, я там охереть сколько времени провела. Я там думала, что я буду жить, что у меня там будет жених. Я выйду замуж, буду там работать. Вот. И как-то это... Но я бы хотела, наверное, это же в Турции, Каппадокия, да, где летающие шары. Вот я бы хотела пикник на фоне летающих шаров, наверное. Вот. Очень хочу в Абхазию съездить, но я думаю, это я выполню в ближайшее будущее. Там капец как красиво. Блин, а так, не знаю, у меня голова сейчас только Азией забита. Я очень давно хочу поехать в Японию. У меня вообще, у меня изначально мечта побывать в Японии в сезон цветения сакуры, ну или хотя бы просто так. Вот. У меня, к сожалению, по работе, по моей, так и не получилось в Японию попасть, и я все думала съездить туда самой. Но с моим размахом, что я там хочу делать, чтобы туда поехать, нужно, ну, где-то десятка зелени. Вот. Ну, можно, конечно, наверное, и поскромнее поехать, но хочется, чтобы первая поездка была прям вау, какой-то космос. Да, и вот, да. Плюс мне, ну, раньше, допустим, меня останавливала цена и перелет. Раньше я в Харькове когда жила, мне нужно было с Харькова лететь в Стамбул, и со Стамбула лететь в, ну, куда-то в Японию, там, типа, в Токио. И перелет что-то стоил около 1500 долларов в одну сторону. И, ну, меня жаба давила, потому что, ну, блин, я на Мальдивы даже дешевле ездила, вы чего? Вот, и потом мне рассказали, что, оказывается, есть такая фишка, что в России можно поехать во Владик, из Владика либо какие-то там авиалинии, либо вообще можно паромом прям до Японии доехать. Это, во-первых, дешевле, это быстрее, вот, но сейчас это прикрыли, то есть это прикрыли еще во время пандемии, а сейчас вроде контакты все оборвались, хотя вроде недавно читала, что запустили какой-то паром снова. Вот, и, ну, что можно так добраться, вот, но все равно там очень много денег надо, плюс надо очень много денег, скорее всего, на жилье, плюс, я не знаю, мне ехать не с кем, то есть я одна, я, конечно, могу и одна туда попехать, мне, типа, вообще пофигу, вот, но хотелось бы, наверное, все-таки с кем-то, вот, чтобы гулять, чтобы фоткаться, вот, чтобы память, да, там была какая-то, вот, но... Я, к сожалению, пока что себе не нашла компаньона, кто бы мог со мной съездить туда вместе. На Мальдивы ты ездила? Да, на Мальдивы ездила. Меня можешь взять? Ок, хорошо. I need to head back to work. It was great to see you again. See you soon, big baboon. В Непале? Не, не была. Блин, музычка кайфовая, но почему ты спотыкаешься вот здесь? Оплачиваешь мне, и я тебя фоткаю все дни, что мы там будем. Поняла тебя, Русич. Здорово. Мне бы найти деньги на себя.
Да, блядь. Я не могу пройти дальше вот этой херни. У меня жопа с этого горит очень сильно. Так просто? Не, ну вы же понимаете, что я сказала «да, окей», а сама как бы... Пошла искать спонсора! Сука, это от сундука идет, я поняла. Ты в Крым Элю брать не хотел, куда тебя в Азию-то брать? Ну, кстати, да, ответочка, ответочка. О, хорош! Хорош! Ай-яй-яй. А дальше куда? А дальше чё? Блин, говно какое-то, если честно. Я что-то затупила. Присмотрись, может, ты на мне сидишь, потому что жопа горит? Да не-не, вроде нет. Да что Крым мне предлагал уже после этого? А все, это уже не считается. Ну-ка, Русич, проверь любовь. Посмотрим, ты такой же, как и все сегодня, или ты особенный? Хорош. Ой-ой-ой, это плохо. Это очень плохо, я не то сделала. Я всегда единственный и скромный. Блин, а зачем? Ну, ладно. А как? А, надо на ней бахнуться. На ней надо бахнуться и взлететь. Все, поняла. Ясно, понятно. Русич такой же, как и все. Не любит меня. Так и запишем. Мазилыч, составь, пожалуйста, список всех, кто меня не любит. Извинился сегодня только Масма. А, ну и тех, кто любит, тоже составь. Да ну! Ну что это такое? Прапору, кстати, запиши штрафную. Он проспал стрим. Говнюк. Почему ты взрываешься? Ты не должен взрываться. Блин, говно. Я уже думала, ты забыла. Ха. Тут даже чат спрашивал такие, где Илья, где прапор, где прапор? Почему прапора нет? Я говорю, все, говорю, нашел себе другую стримершу. С сиськами. Сидит ее, смотрит. Вот так вот, и они такие, у, фу, прапор, фу, плохой, фу, таким быть. Thank you.
Не, ну 10 для первого раза, я думаю, то за НАТО. Что за НАТО, то не здраво, знаешь, такое говорится. Ой, не то сделала. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, нормально. Нормально, нормально. А-а-а! Промазала еще и вдобавок серебро. А сколько золота? Золота. Зои-то надо. Зои-то. Зои-то. 46. Ну давай. Ауф. Ладно, Русич извинился. Так что быть, Мазилыч, вычеркни его. Спасибо большое, Русич, за 25 месяцев тир 3 с возвращением в Волчья стая. Наши лапки в твоем распоряжении. Уважение от стримера, от чатика, прекраснейший смайлики. Муа, слиняла. Привет, Мишка. Так, давайте повторить. 46 секунд надо, да? Угу, поехали. Теперь мы уже знаем, как там, куда, чего. Ведь, ой, блин, не то сделала. Где-то бомжа пропустила. Вон он, сука. Да. Говно. Да и нахер нам эти фейсбуки и инстаграмы, мы ими не пользуемся. А нормальные люди и до блока ими не пользовались. Ну чё, Румат, ну серьезно, ну гадюшник же, что инста, что фейсбук. Я не знаю, как у тебя, конечно, у меня фейсбук весь в членах был. Это типа сосредоточие членов, мне кажется. Типа, ну инста для понтов, я типа не понтовитый человек, поэтому зачем... Ой-ой-ой, я тут протупила. Инстанорм чисто по работе от коллег посмотреть фишки. Типа видосики? Не знаю, я привыкла к Ютубу шортсам. Они прикольнее, мне кажется, чем в этом. Чем в инсте. В инсте просто не совсем здоровая херня в том плане, что... Люди многое выставляют. То, чего у них нет, они выставляют, что у них оно есть.
Вот, это, ну, типа, херня какая-то, если честно. Я там всех убила, вроде, да. Блин, да ну серьезно? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, у меня тут беда. А вот это нельзя, да, подобрать? Угу. Ну все, я, кажется, проиграла. Ну да. Я вообще в кубе смотрю. Ну вот. Блин, я помню, у меня был один прекрасный с резика классный куб, а его заблочили, блин. Я после этого так расстроилась, а там просто, ну, было то, что неприятный звук был. Я там, короче, так испугалась турбины какой-то, что я там как сирена заорала, и это за... О, это залочили. Хочу пройти этот уровень и все, и на сегодня закончим с Неонвайтом. Будем ждать следующего заказа от Николана. Кстати, а до конца еще далеко? Ай-яй-яй, о, хорошо. Да ну, серьезно? Это приколюха. Понял вас. Не-не, никаких видосиков. У нас куча заказов, которые надо выполнить. Видосики потом уже будут, когда мы выполним все. Бронза, блин, не, бронза херово, надо голда. А насколько голда, насколько? Блин, а Николан уже убежал, да? 50. А у меня 57. Окей, окей, повторить уровень. Поехали. Да, сейчас будет твой любимый краш, которого ты ждал почти год, да? То есть, выходя из него, я вот такую штуку получаю, да? Ууу! Промазала чуточек. Просто только слушаю, потому что с собакой гуляю. А мне еще до конца далеко или нет? Что плохого в чем? В Фейсбуке и Инстаграме? Ой-ой-ой, это я зря, блин. Блин, зря я вот это, конечно, так опоздунькала.
Я карту пропустила. Fucking shit. Ой-ой-ой-ой-ой, я пропустила карту, это очень плохо. Нет, недалеко, после этой логи последняя, она состоящая из 4 уровней, если я правильно помню. А, понял. Почему они не взорвались, лол? Серебро, блин. Сколько мне не хватило? 2 минуты, да, получается? 2 секунды. Минуты. Да. Еще раз идем. Стример опоздун. Это все из-за вас, потому что в начале стрима я много разговаривала. Вы меня заговорили, поэтому я, да, теперь опаздываю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть. Все, на сегодня я закончила. Так. 41 рейтинг, ну, нормально. Так, а что там следующий уровень поехали? А, нет, тут еще смотрите, 1, 2, 3, 4, там еще типа дофига. Короче, нужен еще один стрим. Нужен еще один стрим. Так, а чего говорю вам? Для Ютуба, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, показывайте нас друзьям.